Легенда об Эктимир Эфэнди В день, когда Хаджи Селим Гирейхан во второй раз сел на ханский ковер в Бахчисарае, учитель Бактимир Эфенди, известный всему Крыму своими проповедями и речами, скончался. Бектимир Эфенди предстал перед пророком. Пророк взял весы человеческих судеб, положил на правую чашу все добрые дела учителя на левую все грехи. Чаши оказались равны по весу. Пророк задумался. Рая Бектимир Эфенди не заслужил, в ад его отправлять не за что, а чистилища нет. Рай или ад? Пророк оставил учителя ждать и отправился к Аллаху за указаниями. — А кем он был на земле? — спросил Аллах. — Учителем и проповедником. — Значит, язык его оброс словами, Пусти его в рай, но прикажи, чтобы вечно молчал. Если проговорится три раза, отправишь его в ад. Бэктимир Фэнди было объявлено это решение, и впустили его в рай. Учитель был поражен как ослепительной яркостью красок, так и полным бездельем, ленью и негой, разлитыми в раю. Знаменитые султаны, калифы, муллы возлежали на шелковых коврах, обнимая райских красавиц, курили ароматный кальян, пили душистый кофе, лениво жевали щербет и всякие сласти. Ангелы тихо и торжественно пели гимны Творцу Вселенной. Медленно текла, сверкая ослепительной белизной река молока, тяжело катилась, блестя золотом, река меду. Прошел целый век, и Бектимир Эфенди нарушил молчание вот по какому случаю. Райские красавицы в разукрашенной золотом орбе переезжали в молочную реку у места, где сидел учитель. Колесница застряла. Возница хлопал бичом, верблюда ревели, но вывести арбу не могли. Тогда возница сошел с козел, привел еще пару верблюдов и впряг их с противоположной стороны. Затем стал снова хлопать бичом, но колесница оставалась на том же месте. Все праведники равнодушно и лениво смотрели на происходящее. Ангелы тихо и торжественно пели хвалебные гимны Аллаху. Бэктимир не выдержал. «Дурак! Впряги всю четверку спереди!» «Раз!» — закричали ангелы. Бэктимир Эфенди поспешил сомкнуть уста, но слово вылетело, и оно было ему зачтено. Прошло еще сто лет, и Бэктимир во второй раз нарушил печать молчания. Умер простой татарин из Атус, у которого грехов не оказалось. Серая, бесцветная, ничтожная жизнь бедного человека. Иди в рай, сын мой, сказал пророк. Дозволь сказать слово, великий пророк. Меня всю жизнь поддерживали вера в тебя и моя корова. Тебя я удостоился увидеть, а если не будет моей коровы, что мне рай? Возьми, сказал пророк. И вот в раю появился старый татарин с коровой на поводу. Но в раю нет корма для животных. Старик обращался к калифам и муллам с просьбой указать, где бы он мог достать сено для своей тощей кормильцы. Но в ответ те лениво пожимали плечами и ничего не говорили. Подходя к учителю, он увидал небольшую хижину, покрытую землей, на которой пробивалась зеленая травка. Старик обрадовался и погнал свою корову к хижине. Он с трудом взобрался на крышу и стал тащить корову за рога. Все праведники, знаменитые султаны, калифы, муллы равнодушно смотрели на бессильные попытки старика. Ангелы тихо и торжественно пели хвалебные гимну Аллаху. Бектимир Эфенди не выдержал. — Послушай, старик, нарви травы и брось корове. «Два —— закричали ангелы. Быстро сжал губы учитель, но было поздно. Слово вылетело, и оно было зачтено. Еще сто лет Бактимир томился молчаливо в лени и неге. К концу третьего века он нарушил обет молчания в третий раз и лишился рая. И вот по какому случаю. Аллах, обходя грешников в аду, обратил внимание на юношу, который стонал в котле с кипящей смолой уже несколько столетий. Молодой человек попал в ад после казни за то, что осмелился сказать, будто власть Чингисхана не от Аллаха, а от дьявола шайтана. «Отпусти его в рай», — сказал Аллах. «Теперь это уже не преступление». Измученный юноша, попав в рай, бросился к небесным рекам, чтобы напиться. Велико было его разочарование. В реках текли мед и молоко. Воды «Где взять воды?» — застонал юноша, обращаясь к праведникам. Те или качали головами, или говорили «не знаю». Не ответил ему, помню, запрет и Бектимир Эфенди. И вот юноша видит к своей радости колодец. Он напрягает последние силы, чтобы добежать. Вот он уже готов броситься в колодец. Все понимают, что юноша разобьется об острые камни, и все праведники равнодушно и лениво смотрят на происходящее. Ангелы также тихо и торжественно поют хвалебные гибны тому, кто создал рай и ад. Бектимир Эфенди не выдержал. «Возьми ведро, разобьешься!» «Три!» — закричали ангелы и тут же объявили, что учитель Бектимир Эфенди по своей вине решается райского блаженства и должен отправиться в ад, в котел с кипящей смолой, — А говорить там можно? — спросил учитель. — Сколько угодно. — Так лучше вариться целые века в горящей смоле, но иметь право говорить, какие безобразия творятся в раю.